Плов из булгура с индейкой – это прекрасная альтернатива обычному плову. Такой плов гораздо полезнее привычного, приготовленного из риса. Существует много вариантов приготовления плова. Сегодня предлагаю приготовить плов из булгура с индейкой. Такое блюдо можно назвать диетическим. Специи придают плову очень яркий, изысканный вкус. Если хотите получить действительно нежное блюдо, то с приправами нужно быть поосторожнее. Чеснок придает плову пикантную нотку. Все это сочетание дает восхитительный результат. Плов из булгура с индейкой отлично подойдет для вкусного и сытного обеда или ужина. Филе индейки рекомендуем 400 грамм. Булгур 200 грамм. Лук репчатый 1 штука. Морковь 1 штука. Масло растительное 2 столовые ложки. Чеснок 4 дольки. Соль 1 чайная ложка. Специи для плова 0,5 чайных ложки. Количество порций 3. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Лук очистите от шелухи, мелко нарежьте. Морковь очистите от кожуры и нарежьте соломкой. Выложите овощи на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом и обжаривайте в течение 10-12 минут. Филе индейки нарежьте небольшими кусочками и выложите на сковороду к овощам. Хорошо все перемешайте и обжарьте 10 минут. Булгур хорошо промойте и выложите в сковороду. Залейте водой, добавьте специи, соль, чеснок и тушите на медленном огне под закрытой крышкой 30-40 минут. Плов из булгура с индейкой готов. Приятного аппетита!